сюда водички подлить или пока не... А, он сам попадет. Автоматизированная система подлить. Так, ну, полурам. Давай. Так, ожидаем проверки, да? Нам бы как-то тут так. Можешь придержать? Так. Теперь давай попробуем вытащить датчики, чтобы показать температуру. Не температуру, а влажность, чтобы оно изменилось. Ждем, пока побрызгает. Затем можем взять воды, налить прямо сюда немножечко. Просто качаем. Нет, давай. Прям буду снимать, как поливаешь. Значит, раз. Давай я снимаю, как ты поливаешь. Надо, чтобы вот эти три еще тоже изменили показания.
Да. Чтобы хоть какие-то показания вот эти поменялись. Полив бы систему сделать получше. 10% когда будет, да? Ну, сейчас не пустится, насос не тянет, а надо будет сделать порог выше получается. Так, теперь тут маленький был. Выключай питание. Жди. Не хватает. Выключай. Надо, чтобы вода была выше насоса. Хорошо.